Друзья, добрый день. Это интернет-магазин «Во-колесо». Это мы. А это диски NZ. NZ очень-очень популярные в России диски. Можно встретить их, я думаю, что в каждом дворе на огромном количестве автомобилей. Диски качественные, производятся в Китае по ГОСТу. Вот я вам даже сейчас могу показать. Вот такой вот, видите, паспорт идет к этим дискам. Видите, написано ГОСТ. Соответственно, гарантия на диске предоставляется. Вот видите, гарантия 12 месяцев. Соответственно, диски очень и очень хорошие. Что касается и качества, и прочности, и посмотрите само качество исполнения этих дисков. Если вы смотрите их где-то на фотографиях в интернете, конечно, очень сложно оценить, как эти диски выглядят по-настоящему, потому что, видите, тут полированный металл и такая хорошая окраска. Ну, окраска хорошая, но надо понимать, что в любом случае бордюры эти диски, ну, как и любые другие, портить не стоит. Аккуратненько надо быть, тогда диски прослужат вам очень-очень долго и будут всегда красивые. Диски NZ на автомобиле Opel Astra, Chevrolet Cruze, ну, в общем, 5x105 параметры. Вот, видите, на коробочке немножечко, может, неудобно, но тем не менее. Вот параметры. Диски 16. И в этом размере, в этой сервировке, человеку обошлись в 2930 рублей. Весьма и весьма недорого. Вот такой вот ступичный колпачок. Давайте я вам покажу их ширину, так скажем. Ну и внутренняя часть. Индекс нагрузки у них 690 килограмм. Ну, вот видите, если бы эти диски были 4 на 98, то есть на автомобиле вас, то чуть-чуть поменьше, а так 690. Что-то я приблизил сильно. Ну и еще раз внешне. Такие вот дисочки. NZ модель F1. Друзья, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Там мы всегда выкладываем фотографии заказов. Ну, может быть, не всех, но стараемся по максимуму выкладывать те фотографии, которые мы от тех дисков и шин, которые мы выдаем клиентам. Отправляем, поэтому подписывайтесь. Ну, а если понадобятся шины либо диски, не стесняйтесь, звоните, всегда рада. Все, друзья, пока-пока.